Добрый день, дорогие друзья. Я с радостью, не часто я это могу сказать, с радостью представляю картину, в которой я снимался, фильм «Норвег» Алены Звонцовой. С радостью, потому что для меня это очень, не только для меня, мне кажется, для зрителей, это прекрасный жанр, это лирическая комедия. Редкий жанр, потому что можно скатиться часто либо совсем в бедовскую комедию, либо в мелодраму. Мне кажется, Алена выдержала жанр, это во-первых. Во-вторых, это история любви, конечно же, это любовные треугольники. В-третьих, это очень актуальная картина, потому что она говорит о каких-то очень болевых точках сегодняшнего дня, с разных очень сторон. Как иностранцы смотрят на нас, как отношение к нам разных слоев, там, есть рабочий класс, есть интеллигенция. Женщины и мужчины, как мы относимся к другим ситуациям. И в-четвертых, самое главное, мне кажется, я об этой картине рассказывает очень талантливый артист. Я сейчас имею в виду не себя. Потрясающий какой-то женский состав, фантастическое... в общем, я не буду про кого-то говорить отдельно, мне очень все нравятся. И мне кажется, что сейчас от вас зависит, чтобы эта картина дошла до зрителя. Мне кажется, на это вы достойны. Это очень редкая картина. Не знаю, насколько вы можете поверить моим словам. Мне кажется, что если мы все постараемся, а хороших картин не так много, я так считаю. Давайте это сделаем вместе. Спасибо.